Вау, это новый вирусный ролик. Он во всех соцсетях мира. Этот парень найдет тебя везде. WhatsApp, Кристи. Парень WhatsApp разбудит тебя рано утром. Он будет отвлекать тебя на уроки. Девчонки, заходите в мой чат. Как дела, парни? Отличное фото профиля. Привет, давно не виделись. Как прошел твой день? Доброе утро, малышка Снэпчат. Пора выбирать тебе подходящую маску на этот день. Какую ты наденешь сегодня? Флирт? Удивление? О, вот моя любимая, милая мордашка. Отлично, я готова к свиданию. Где же это Снэпчат? О, привет, ты опять опоздала. Сколько можно менять маски? Ну вот опять, и не удивляйся, я говорю правду. Я больше не могу это терпеть. Фух, свидание опять закончилось неудачно. Но почему ему не нравятся мои маски? Ведь без них я совсем безликая. Бедная Gmail, она больше похожа на свалку спама. Чтобы найти здесь нужное письмо, нужно по уши залезть в бесконечные рассылки, рекламу и лучшие промо-акции. Наконец-то вот оно, то самое письмо. Срочно, я повышаю тебя до папки «Помеченные». Но стоит зайти в свои приложения, как новая порция спама накроет тебя с головой. О нет, мое письмо. Будьте прокляты эти рассылки. Срочно нужен новый маникюр. Поищу идеи в Пинтересте. Интересно, что он мне предложит? Топ ногтей. О-оу, что? Новый запрос? На топ ногтей? Секундочку. Так, где же они? Это не то, это мода, это цитаты, это прически. Скорее. Вот то, что нужно. Осталось выбрать результаты за этот год. Как тебе вот эти? Нет? А вот эти? Симпатичные. Тоже нет. А вот эти из списка похожих? Тоже нет? Ну тогда вот эти? О, подошло. Давай пинь это скорее. Что это? Всего 3 лайка? О нет, это катастрофически мало. Скорее. У девушки Инстаграм сейчас будет нервный срыв. Вперед на охоту за лайками. Срочно, мне нужны ваши лайки. Давайте, не жадничайте. Парни, сдаем каждый по одному лайку. Прошу. Спасибо, вы просто пупсики. Объявляется лайк тайм. Спасибо, вы такие милые. Посмотрим. Эх, сердечек все еще недостаточно. Но я знаю, кто еще не поставил мне лайк. Эй, ты, я знаю, что ты хочешь меня лайкнуть. У нас на собеседовании Skype. Проходите, включайтесь. Вроде бы нормальная связь, хороший звук и четкая картинка. О нет, началось. Skype снова подвисает. Эй, что с вами? Никакой реакции. Ау, перезагрузитесь. А, вот, Skype снова заработал. Ну, пожалуй, вы нам не подходите. Слишком ненадежно. До свидания. Фух. Что? Вы снова здесь? Skype не так просто закрыть. Продолжим разговор. Эти приложения всегда спорят между собой, кто круче. Лайк или ТикТок. А ну, девчонки, устроите настоящий танцевальный батл. Как умеете только вы. Эти девушки знают все о новых танцевальных трендах. Так кто же лучше? Спор решился сам собой. Приложение удалили. И все данные исчезли в неизвестном направлении.
Операция «Успеть за 6 секунд». Самый быстрый человек на свете – это Вайн. Бедняга. Ему не позавидуешь. У него есть всего лишь 6 секунд на все дела. Попробуй за это время выспаться. Почитать книгу. Почистить зубы. Поесть. Или одеться. Не жизнь, а сплошной стресс. Это девушка Вимео. И она знает себе цену. Чтобы Вимео что-то сделала, ей за все нужно заплатить. Даже чтобы вытащить ее из кровати. В кафе расплачивается не она, расплачиваются с ней. Бедный YouTube, он всегда в проигрыше. У Вимео больше финансовой свободы. Вот хитрюга. Это Tinder. И в его жизни все просто. Свайп влево. Пока. Еще раз свайп влево. Нет. И тебе нет. А вот ты мне нравишься. Минуточку. В жизни ты совсем другая. Вот это подстава. В жизни Ютуба все увлекательно и интересно. Единственная проблема – это бесконечная реклама. Ваша жизнь стала скучной? Купите золотой VIP-ананас. И вы сможете пропустить рекламу через 5 секунд. Эй, парень, уйди с моего экрана. Ну ладно, продолжим наше прекрасное видео. Что? Снова? Девушка, хватит рекламировать одежду. У меня вообще другая целевая аудитория. Ну сколько можно? Ладно, мы не сдаемся. И продолжаем дальше. Пока не началась следующая реклама. Тамблер следит за всеми последними трендами. В моде джинсы – не вопрос. Я готова. Что? Уже зеленый? И как же здесь успеть? А теперь в моде единороги. Ну ладно, я подготовилась. Что? Снова все поменялось? Это уже слишком! Пирожное стайл? Что? Я снова опоздала? Это так утомительно. Тренды меняются так быстро, что я устала. Это Tumblr плен. Эй, привет! Здравствуй. Я мистер LinkedIn. Вот, оцени мой первый диплом о высшем образовании. Но это только начало. Еще я получил кубок за предпоследнее место в регате. Посещал курсы оказания первой помощи рыбам. Получил награду акционерного общества теннисистов. А еще... У меня есть диплом коуча, но это было легко. А вот в прошлом месяце я закончил курсы астрологии. В общем, сейчас как раз ретроградный Меркурий. Если ты рыбы, то я могу тебе помочь. А ты можешь помочь открыть мне дверь? Нет. Но вот мой диплом коуча по открытию дверей. И я могу тебя научить. Хочешь? Я суперпрофессионал. А еще у меня есть диплом по эзотерике, диплом массажиста пятой чакры, диплом преподавателя собачьего языка, диплом о выдаче дипломов и... Стоп, достаточно. Ты мне не подходишь, у нас мало общих друзей. Я удаляю тебя из контактов, пока. Следующий. Добрый день, вот мой кубок за второе место за этим столиком. А еще сертификат следующего парня. О, это интересно. Расскажите о себе. Понравились наши люди соцсети? Тогда пиши в комментариях, с каким приложением ты себя ассоциируешь. WhatsApp, Instagram или YouTube.
И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое забавное видео про соцсети на канале Трум-Трум.